зовут Стивен. Я всегда старался жить правильно. Я был хорошим отцом, примерным христианином и отличным мужем. Но все это было сплошным враньем. Компания «Вальга» обнародовала дублированный трейлер комедии «Я люблю тебя, Филипп Моррис» с Джимом Керри и Юэном Макгрегором в главных ролях. Джима озвучивает Тимур Батрутдинов, а Юэна – друг Тимура Петр Федоров. Довольно необычный дуэт для дубляжа этих артистов. Впрочем, и сам фильм тоже не совсем обычный. Он основан на реальной истории Стивена Рассела, который из примерного отца семейства переметнулся в геи. Жизнь гея оказывается накладной, и Стивен ввязывается в аферы, из-за которых попадает в тюрьму. Там он влюбляется в сокамерника Филиппа Морриса, и когда его выпускают на свободу, всячески стремится назад в тюрьму. Фильм выходит на экраны 11 февраля. Тогда-то вы и узнаете, получилось ли у наших Пети и Тимура попасть в Керри и Макгрегора. В ролике пока что все очень удачно. Мошенник? Нет. Нет, я мошенник. Не беспокойся ни о чем. Это самый романтичный подарок, который был у меня. Стивен! Мы увидимся скоро! Я тебя люблю! Ваша честь, факт, что его клиентка нарушила договор. Мистер Рассел, что вы на это скажете? Мне срочное освобождение на Филиппа Морриса. Я его адвокат. И коллеги твои самого высокого о тебе мнения. Я самого высокого мнения о семье развит. Он просто находка. Нам нужен такой финансовый директор. А нам хватит денег. Деньги — это моя забота, милый. Гонь меня в рот! Простите за мой французский. Мама курила во время беременности. Любовь — очень странная штука. Я хочу, чтобы мы были вместе, слышишь? Мы будем вместе всегда. То радостно от нее. Какой большой новогодний бонус. Не маленький. В июль? Да, я и сам удивился. То грустно. Так, у меня есть вопросы по поводу открытых нами счетов. Врежь мне этим по морде. Толкает тебя на самые неожиданные поступки. Еще и не юрист. Ты лживая тварь! Ольга Белик для TV2Go. Я жена на лимузине.